ребята, у Солнца день рождения, и она хочет пригласить к себе своих подруг время года. Зима, осень, весна и лето. И для того, чтобы их пригласить, она просит мышонка Пи разнести приглашение. Поможем ему? Ребятки, для того, чтобы доставить нам приглашение, нам нужно выполнить задание. Выполняем задание. Прослушайте, пожалуйста, мелодию песенки и ответьте, какое время года вы там слышите. Слушаем. Ребятки, нам нужно опять выполнить задание. Сейчас мы посмотрим, какое же это задание. Нужно собрать разрезные картинки. Скажите, пожалуйста, когда цветы у нас расцветают? На летом. Летом, правильно, да. Проверяем. Приглашение доставлено. Летом цветы цветут, ягоды дозреют. Следующее задание выполняем. Так, берем следующее задание, ребятки. Сдуйте листочек с ладошки. А в какое время года у нас также листочки летают? С деревьев даже слетают. Когда? В какое время года? Осень! 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 Правильно! Да, приглашение осень. Доставлено. Осенью у нас летят, да? Так. Следующее задание, ребятки. Нам доставили. Какое задание? Сосчитайте снежинки. Сколько много снежинок. Правильно, ребятки. Какое время года мы можем снежинок? Зимой. Зимой, правильно. Проверяем. Смотрите, какая картинка. Приглашение доставлено. Да, зимой летят снежинки. Ребята, для того, чтобы закончить игру, мы должны запрограммировать нашу робомышь, мышонка Пи, да, чтобы он... Задание закончилось звуком, специальным звуком. Да, вот так. Да, вперед, назад, да, и глазки заблестели. Игра окончена.